Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Усі ми хочемо бути якнайдовше молодими, гарними і бездоганними. І от саме сьогодні ми подивимось на себе з боку естетики. Чи можемо ми користуватися тими усіма засобами та бути доглянутими? А допоможе нам у цьому Олександра Синиця, естетистка і косметологиня. Доброго дня, Сашо! Я знаю, що ти все життя працюєш над тим, щоб своїми власними зусиллями допомогти собі бути молодою. Тож, що краще для цього використовувати і чи можна в домашніх умовах, не робивши собі ін'єкції і все-все, що там нам зараз пропонують, бути молодим? Добрий день, Юлія. Спасибо за вопрос. Я скажу, что я уже очень много лет занимаюсь в сфере красоты, и для меня был вопрос, как все-таки естественным путем помочь своей коже, себе самостоятельно быть красивым. И эта тема меня поглощала все больше и больше, пока я не стала косметологом-эстетистом. И сейчас это моя основная профессия, поэтому стараюсь помогать девушкам научиться самостоятельно ухаживать за своей кожей ежедневными ритуалами, которыми мы можем самостоятельно пользоваться, ну і при необхідності обращатися до професіоналу. Так, ну дивись, ми зранку прокидаємось, дівчата, ну зараз чоловіки, до речі, теж дуже хочуть подовше бути молодими, тому звичайне вмивання, от те, що ми робимо, так, кожного дня, ми доглядаємо за своєю шкірою, ми користуємось, небагато засобів ми використовуємо, так, це може бути крем зволожуючий, так, крем, який нам підходить для догляду, що ще, чи, можливо, треба робити якийсь масаж, я не знаю, ти вже почала говорити про ритуал. От хочеться дізнатися, що ти рекомендуєш? Ежедневный ритуал начинается именно с умывания, и умывание, оно тоже должно быть по определенным массажным линиям. Мы когда умываемся, мы должны не вот так вот тереть себе лицо, а стараться вот, ну вот, сделать такой сейчас прям со мной эксперимент. Одной ладошкой вверх, так, а второй ладошкой вниз. Ага, вот я пробуй, уже навіть бачу. Пробуй, вот да? Зморшка з'являється, так, и вона йде донизу, а... Да, а есть некоторые девочки, мальчики, ну вот все. Вот они там натерли себе как-то лицо, и все, на этом все закончилось. В лучшем случае вытерлись полотенцем, потом какой-то крем. Для ежедневного ритуала необходимо использовать умывание, тонизирование, увлажнение и питание. То есть я обучаю своих партнеров, клиентов, чтобы они это научились делать дома сами, и это уже минимизирует появление морщин. Так, мы, значит, повинні все це робити. І от скажи, навіть утром, вмивання, якщо і ввечері, так, якщо це вмивання, наскільки, ну, що ми там, вмилися, так, ну, зробили так чи зробили так, невже це так важливо для нашої шкіри? Это очень важно, потому что наша кожа имеет свои мышцы, да, там жировые пакеты. Если мы там постоянно любим вот, ну, опускать вниз, соответственно, мы таким образом нашу кожу и подготавливаем к тому, что она потом под действием гравитации, да, как некоторые говорят, потом начинает, ну, там, бульдожьи щечки или еще там что-то. Ага, опускается. Вот эти вот гусиные лапки, да. До речи, ты знаешь, что есть багато людей, які посміхаються очима. Ну, можно улыбаться глазами, а можно улыбаться губами. Вот я стараюсь сейчас улыбаться губами, да, потому что я уже знаю последствия. Но есть лайфхак. Я специально приготовилась. У меня есть такие чудесные мои помощники, которые тоже что бесплатно абсолютно для всех. Гудзики чи що? Это обычные пуговицы. Ты використовуєш гудзики для того, щоб зробити масаж. Я использую пуговицы для того, чтобы краситься, потому что у меня мимическая, очень подвижная бровь, я ей постоянно делаю. И я вот так вот прицепила, и я знаю, что у меня, когда я крашу себе ресницы, я не делаю морщины на своем лице. Ага. Ну, тобі гудзики допомагают. Это мышечная память. Если у девушек есть вот такие морщинки возле носа, да, то мы вот сюда клеим. А як ти його прилив? Воно тримається? Да, просто гудзик тримається. І можна вот, так вот приучить себя. И не посмехаться очима. И мы стараемся, вот так вот ходим, ходим, мышцы запоминают эту мышечную память. И мы улыбаемся, но
Глаза на місці. Поэтому слухай, де я спробую, Саша? Мені теж хочеться так зробити. І мені цікаво, чи буде так триматися. Ну, по-перше, я думаю, що гудзики... А, ні, тримаються. Тримаються. Один гудзик, другий, так? Оце так ти казала зробити, так? А що тут треба ще? І причепити сюди. Ну, бачиш, я, мабуть, таки звикла посміхатися очима, бо гудзики не тримаються. Ну, так, це, як говориться, годи тренувань, і все вийде. Юля, у тебе все впереді, поэтому... Ага, так, я зрозуміла. І як довго це треба тримати? Ну, мінімум 5 хвилин, щоб мишці запам'ятали це. Коли ти красишся, ти ж не красишся там 5 хвилин або 10, 1-2 хвилини. Ти прицепила сюди пуговицю і накрасила собі ресниці. Є ще такий лайфхак для губ. Так. Потому что девушки с возрастом, они становятся, ну, губы у девушек становятся с мелкими морщинками, поэтому нам необходимо тоже тренировать мышцы, которые возле губ. И поэтому... Так, и еще ты так ходишь весь час, чи що? Чи як ти? Очень помогает в семейных отношениях. Когда муж начинает свои какие-то претензии предъявлять, я говорю, дорогой, подожди, мне нужно 2 минуты. Во-первых, это такой релакс. И, ну... И ты можешь трошки помовчати, так? Да, он очень радуется. Он мне прям говорит, где твоя пробка, уже пора. Бачиш, вот. Обычная пробка винная, да? Ну, с бутылки, с любой, с шампанского, с вина. Ее нужно обрезать, чтобы не было тяжело губам. И когда мы ее берем в рот, вот эти вот мышцы, они как бы так вот, кожа на разглаживается. И это самомассаж, такой вот лайфхак. Еще есть обычные беруши. Угу. Так, це теж можна використовувати для того, щоб не було зморшок на губах. А дивись, такі носогубні складки, такі, які з'являються з часом, як можна позбутися їх? Конечно же, лучше всего использовать самомассаж, либо обращаться к профессионалам, которые делают массаж кожи. Но еще очень я люблю аппаратную косметологию. Я использую в своем арсенале вот такой вот аппарат. Он работает на... с ультразвуком, то есть он чистит поверхность кожи, верхний слой счищает. И вторая насадка, она работает именно с микротоками, то есть она проникает вглубь кожи и очень глубоко внедряет туда сыворотки. Ты знаешь, зараз стільки є апаратів от на ринку, їх просто безліч, їх дуже багато. Насправді є плюси, є мінуси. І я чула навіть таку думку від косметологів, коли кажуть, що от зараз, наприклад, є якісь апарати, які вам можуть допомогти, так? Через там 20 років ви вже повинні змінити на інші, на якісь апарати, але це так активно не допомагає, як би вам хотілося. Чи це правда взагалі? Чи ти чула такі думки? Ну, звісно ж, апарат – это ежедневная процедура. То есть это, я бы даже сказала, не косметологическая, там, профессиональная процедура, а это домашняя процедура. Угу. Вообще в Америке, в Индии, в Китае, в Японии, где девушки очень хорошо ухаживают за своим лицом, это у них как обычный мобильный телефон. То есть такой вот портативный аппарат у каждой девочки находится дома. Они знают, что им нужно... Это занимает ровно 2 минуты перед сном и 1 минута утром, после того, как ты умыла лицо. То есть это ежедневный ритуал. Тобто вот, це вместо все... того, вместо того, угу. чтобы ходить там каждую неделю или там раз в месяц к косметологу, ты это все делаешь дома. И в принципе я своих клиентов и учу. И у меня очень много клиентов, которые постепенно ну, уходят от меня. Они покупают это все и делают это все домой, ну, самостоятельно. Саш, ну так, нам же головна наша яка ціль і задача, мета. Мета – це навчитися доглядати за собою без необхідності ще когось втручати у нашу справу. Тобто ми самі вдома, маючи якісь засоби, ми можемо користуватися, можемо робити все для того, щоб бути молодими і здоровими. Ну от оці гудзики, мені дуже сподобалось такі лайфхаки, мені дуже сподобалось, що можна користуватися різними засобами, так? Але ж дивись, мода змінюється. І кожного року ми розуміємо, що сьогодні так було модно, завтра було інакше. Але зморшки ніколи не були в моді, і люди намагаються позбутись. Є ін'єкції, які от вже зараз звикли люди на собі використовувати, так? Як ти ставишся до тих ін'єкцій, які допомагають дівчатам бути молодими?
Я говорю, что я старовер, косметолог-старовер, который не делает инъекции. Вот. Мода модой, да, у нас Алла Пугачева тоже когда-то была законодателем моды, когда она с своими пышными формами выходила в коротких платьях на, ну, на сцену, да. То есть мода, она всегда начинается с какого-то, ну, такого неординарного человека, там, фрик, сейчас это модное слово, да, то есть это либо красные волосы, либо вот такие вот губы, либо там импланты там во всех местах, где это возможно, но это повторяют потом впоследствии еще один человек, потом еще один, и это становится модой, да, то есть был какой-то сумасшедший, который себя как-то так по-особенному проявил, да, а потом это стало тенденцией моды, новый там, там тренд, новый бренд. Ну, ти знаєш, от дивись, от як зараз ми можемо побачити, модні дизайнери, от вони використовують, наприклад, свою колекцію вже показали, так, і додають туди, наприклад, широкі брови, так, чи пишні губи, чи навпаки, такий тон використовують, якого раніше не було, чи зачіски такі використовують. І ось ці тенденції, вони починають з'являтися вже і переходити до широких мас, і люди постійно дивляться і хочуть собі хоча б деякі елементи, але в свою таку, в свою роботу, в свій повсякденний догляд вони хочуть внести. Ну, смотри, некоторые элементы, я согласна. Я согласна, что, например, актеры, там, телеведущие, те люди, которые там, на виду, шоу-звезды, там, ну, которые постоянно именно люди, которые задают тенденции, да, то есть которых мы видим на сцене, они могут себе позволить. И это может быть даже необходимо сделать уколы или еще что-то, потому что ну, таким вот образом они сохраняют молодость. Да, но обязательно нужно не переборщить. А девушка, которая в 20 лет начинает уже над собой издеваться, делать губы, делать брови, делать, ну вот все, просто я знаю столько много... как это, последствий. Я как раз про это хотела сказать еще. Потому что, ну, вы знаете, есть очень классные профессионалы своего дела, именно те, которые врачи, косметологи, дерматовенерологи, то есть те, которые работают именно с правильной, ну, там, инъекцией, которые знают правильный компонент, которые уколят туда, куда нужно. А если вы попали к какому-то человеку, который только начал тренироваться, или еще, ну, сколько это сейчас, сейчас ищу моделей на губы, ищу моделей там на ботокс, ищу моделей там на... И ботокс там 500 гривен, ну, у меня нет слов просто. Ну, и это нужно делать. Есть же квартально, да, то есть каждые 3 месяца или полгода ты должен повторять эту процедуру. Это достаточно больно. То есть это работа с кожей, это в любом случае это инъекция, это укол, это больно. Саша, как ты думаешь, вот эти девчата, которые в 20 лет потрапили до таких, ну, фахівців, скажем, в лапках, так, они потом жалкуют, что потрапили один раз, а теперь треба что-то с этим делать. А потом робити. Постоянно на игле. Думаю, что да, потому что, ну, вот, опять же, читаю очень много разных конференций, посещаю и онлайн обучений, очень много конференций связано с последствиями, то есть неправильный сделанный укол ботокса в лобную часть может человека лишить зрения. Неправильный подтяжка шеи, это может быть либо там подтяжка, либо шлифовка, либо еще какие-то пилинги, ну, есть последствия, там, отек квинки, то есть, ну, ну, я не готова над собой так издеваться ради того, что у меня не будет там 3 моих морщинок. Так, да? Можно позбутися ж іншими засобами, ти сьогодні про це вже почала говорити, поэтому... Саш, і хочеться, щоб ти продовжила. І вже наостанок хочеться почути від тебе от ті рекомендації важливі, які необхідні нам, аби довго бути молодим і не звертатися до тих ін'єкцій, до тих неперевірених фахівців, які можуть вам зашкодити. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно правильно подобрать косметику. Она должна быть хорошего качества, она должна быть проверена дерматологами и аллергологами, чтобы не было реакций никаких, и чтобы она содержала натуральные компоненты, чтобы это был действительно проверенный бренд. Подобрать себе нужно 4-этапную систему ухода. Пока девочка маленькая, то есть где-то с 13 лет, она может тоже уже использовать
косметику по уходу. Это должен быть очищающий молочко либо гель, потом тоник и потом крем увлажняющий. Он может быть и на утро, и на вечер. Уже взрослая девочка, которая после 25 лет, она не имеет права себе выбирать один крем на все случаи жизни, поэтому ей нужно добавить себе крем дневной и крем ночной. Вот. И обязательно нужно добавить еще дополнительные уходовые средства. Это маски, скрабы. Сейчас очень модная тенденция – это мультимаскинг, когда девушки, которые сейчас такие, как мы, занятые, да, у которых совершенно нет времени, но у нее есть потребности. Да, и у некоторых девушек этих потребностей много, а времени совсем мало. Поэтому есть мультимаскинг, который она может одна, сама себе, сидя дома, нанести и через 7 минут уже его смыть и получить класний результат. Вот, поэтому... Який склад таких засобів? Чи там є шкідливі компоненти? Ну, я вибираю просто правильну косметику, поэтому... Я думаю, що у нас ще буде можливість запросити тебе ще, щоб ти розповіла, що не може входити до складу тих засобів. Ні в коєм случаї не можна використовувати самодільні маски, тобто от ці там якісь там мед плюс сода плюс соль или ще щось. Там, мені коли говорять рецепти таких масок, я просто волоси... А чому? Невже? Якщо підходить людині, не може бути так? Ну, в кожному скрабі має бути компонент, який такий, ну, от цей скрабіруючий елемент, він має бути гладкий. Тобто він, вроді, як і скрабірує, але він гладкий. А коли ми додаємо, не дай Бог, соль або соду, у них скрабіруючий елемент має форму кристалу. Вот. Так же само и мед, да, то есть когда мы наносим вот эти вот народные методы, да, то мы таким образом делаем раздражение кожи, не дай бог туда попадает какая-то бактерия, то это сразу, мы можем получить сразу обратную реакцию. И может быть аллергичная реакция, до речи, мало кто проверяет одразу, чи будет аллергия, а уже потом, когда уже нанесли, то уже поздно. Я бы хотела на тебе показать, как работает так, мой аппарат. Давай да, спробуємо. Це безумно, що треба робити? Це безумно полезно. Я просто відчуття свої на камеру покажи. Я смочу немножко твою кожу, для того, щоб було удобно. Ти думаєш, це буде видно? Ну це ж бачиш, ти казала, що це отакі апарати в косметичці треба тримати. Да. Ну давай спробуємо, що то у нас таке є. Наношу влагу і от так от. Так, ну не знаю, я нічого поки що такого не відчуваю, але ультразвук, так? Ультразвук. Ні, це іоногальваніка в місті з біотоками. Ага, і воно повинно що мені зробити? Ну от посмотри, сравні одну ручку і вторую ручку. Так, біліша стала, так? Ну і білее, і кожа зовсім друга. А, посмотри. Так швидко, нічого собі такий, бачиш. Ну так, щось таке можна побачити і помітити. Я думаю, що це треба довше, як ти кажеш, да, там зранку там нужно. І ввечері, так? А ти ще принесла з собою пляшечку, да. Це вода в тебе, звичайно? Це вода. Ну, я ж як косметолог, в першу чергу даю безплатні совети. Да? Ну, от, а коли так до мене дівчатки звертаються, в першу чергу це безплатний совет, що можна зробити у себе вдома. Тому вода – це твоє обязательный атрибут, который мы используем у себя дома. И ты просто пьешь воду маленькими сейчас. Глоточками, да. Я вот, у меня в горле пересохло, пока с тобой разговариваю. Можно пить сік, до речи, теж пригощайся, будь ласка. Так? Ну, сік... Ну, попробуй, у вас же программа Fresh. Ну, а як же, треба пити. Ви всегда угощаєте. Саш, я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла, показала тут стільки всього. Дуже цікаві є засоби, якими можна користуватися. І, до речі, ті засоби, які, ось мені дуже сподобались, це отакі звичайні гудзики і така коркова пробка, яка може бути у вас вдома, ви випили вино, залишилася, так і використовуйте. Звичайно, що різні засоби можуть бути, вони можуть бути індивідуальними, але це все безкоштовно, це все можна зробити, і це все має результат, і я так думаю, що треба спробувати, так, а потім Конечно. Вже Сашу запросимо, нехай подивиться, що ж вийшло вже після того, як ми все це почали використовувати. Тож, чекаємо на тебе ще, ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.